Здравствуйте! Добро пожаловать в мир вина. Хочу представить одно из лучших вин. Раисес Резерва, урожая 2005 года. Вино из 100% винограда Темпранио. Вино выдерживалось 12 месяцев в бочке и как минимум 12 месяцев в бутылке. Давайте насладимся этим вином. Цвет красный, интенсивный, с оттенками черепичного и окры, тонов от выдержки в бочке. В букете доминируют тона выдержки в бочке из французского дуба и, смешиваясь с ароматами темпранио, создают своеобразный букет. Во вкусе очень богатые и полное, с послевкусием, характерным выдержкой во французской бочке. Достаточно интересное сочетание. Рекомендуемая температура 16-18 градусов. Рекомендуем копченостям, разным тушеным блюдам и хамонам. Надеюсь, вам понравится.